Ярко, гром и гроза просто. Смотрите, какой град. Вот это трава. Смотрите, какие вмятины, смотрите. Это все град. Вот, все видно. Вот отсюда. Все видно. Отсюда. Смотрите. Это стоят машины просто. Что наделал этот град людям. Если была полная страховка, то тогда хорошо. Если страховка была минимальная, то никто ничего не рембурсирует, потому что от природных бедствий это очень дорогая страховка. Повезло тем, у кого гаражи или стоянки. А у нас радуга. Сколько времени? 9 часов? 9 часов? Есть! Без 15:09. А у нас, смотрите, радуга. Весь день идет дождь. Ника. И вот такое вот чудо на вечер. Сейчас ты наблюдаешь, как снимает. Ой, а как мигает, какая молния.